Пауэрлифтинг и вышивание – мужская профессия, педагогика в общественной организации «Школа жизни». Из таких противоречий соткана Татьяна Амантаева. Девушка учится на строителя. Со школы хотела доказать, что девочки не глупее мальчиков. А титулам и достижениям Татьяна предпочитает выход из зоны комфорта. Мне интересно, скорее, не победа какая-то, а какой-то жизненный опыт, какие-то... скажу так, плюшки по жизни. Вот мне скорее это важно. Татьяна – активистка политехнического университета, была и в отряде проводников, и в снежном десанте, и про учебу не забыла. Учится стабильно, хорошо. Будущим студентам советуют не делать акцент только на зачетке. Есть два вида студентов, которые учатся до сессии и во время сессии. Вот. Мы поучиться мы всегда сможем, а именно то золотое время студенчества, когда ты молод и ты все можешь, оно бывает раз в жизни, поэтому я хочу сказать, что не нужно ни о чем так сильно париться, нужно жить прямо здесь, прямо сейчас. Татьяна планирует поступить в магистратуру и работать по специальности, но девушка уверена, что устроившись на серьезную должность, она не бросит общественную работу. Приносить людям пользу Татьяна считает главным приоритетом. Полина Жданова, Николай Шилко, «День с толком».